Но сейчас нам подсвечивается H. Сейчас нам напишут, что у нас еще одно задание этого чувака доступно. А, вот, смотрите, тут какой-то... Намасте, Аджай. Есть задание... Нет, это дополнительное все-таки. Да. Ну что, компаний-то у нас нету, а? Эх, где же у нас компании? Навыки. Навыки, навыки. У нас одно навыку, но мы будем вот это копить пока что. У Рэби, Рейран есть что-то. Как нам все восстановить? Задание для меня. Пока что-то нам не дают никакое задание. Либо я просто что-то не вижу. Может быть, здесь где-нибудь? Нет, смотрите, здесь вроде бы нигде нет. Правильно? Правильно. Может быть, надо выполнить вот прогресс. Какие-нибудь вот эти задания. Как вы считаете? Открытый мир, компания. Ну, не знаю. Ну, а, Шангрила. Шангрила еще какой-то. Ладно, вот тут есть синий цветок. Будем собирать их. Для эликсира, скажем так. Вот тут еще зеленый. Хотя я этими аптечками вроде не пользуюсь так особо. Ладно, давайте. Блин, как же охота компанию уже выполнить. Наверное, настоящую такую прям компанию. Прям, а что тут отмечать? Рядом доехать, сколько тут? Сколько я не вижу. Чуть не пишут. А, 100 метров. 100 метров. Йо, слушайте, а надо здесь выходить уже. Если мы хотим тихо справиться. Надо осторожно проходить. Варшакот. Так, ну что? 1100 за то, что я сюда пришел? Подожди, а... В чем прикол? Очень серьезное задание. Будем идти очень осторожно. Мне бы магаз закупиться. Тут какая-то, видите, по-моему, сигнализация есть. Насколько я знаю. Можно войти. Ладно. О, стоп. Тут же мины есть. Так, а что у нас тут? Мина. А как засекать мины? Это водоросли. А в чем мина не засекается? Ну, опасно идти. Тут сундучок не очень классно лежит там. Точнее, наоборот, очень классно лежит. Не, ладно. Непонятно, мины же. Или он не засекает мины? Да, вроде должен засекать. А что тут написано? Подожди. Дангер. Типа, внимание, или что это написано? Минус тут написано. Ага, ну, все ясно. Вот я с аппаратом хожу, он должен, наверное, засекать мины. Почему-то не засекает. Ладно. А где же тут мины-то тогда? Вот что-то засек. Или что за звуки какие-то странные? Так, а как его штурмовать? Неужели нужно именно вот начинать бомбить? Мне кажется, тут есть какой-то обходной путь. Здесь вроде про мины ничего не сказано, да? Да ладно, что, правда, что ли? Походу, надо только штурмовать. Вот сейчас заберемся, посмотрим. Тут вообще забраться-то можно? По корням. Наверное, должно быть можно, нет? Да, можно. Так, ну что? Что я могу сказать? Интересно достаточно. Кстати, вот компании так и нет у нас. Видимо, вот это и есть наша компания. Ну, походу, надо сюда потом направляться. Так, ладно. А чё никого нет? Что-то никого не вижу. В чем прикол? Ха, подождите, а где все-то? Или это... Подожди, я точно здесь нахожусь? Да, ну вот она, крепость. Ч
почему я никого не вижу здесь? Так. Я точно здесь был? Я помню, что где-то там я брал задание вроде бы. Может, они все куда-то внутрь ушли? Так, а сколько у нас вот этих вот? Сейчас скажу, вот. 4 штуки. Ну что, будем использовать? Уменьшает урон рука. Блин! Случайно взял опять. Надо было другую... Ма. Ну ладно, все равно. Почему-то никто не отметился. Так, как тут лучше? Здесь? Ну, давайте здесь. Почему никого нет? Я что-то, походу, недопонимаю. По-моему... А, вот все закончилось. Наша функция, по-моему. По-моему, я вообще что-то очень недопонимаю. Ребята, подождите. В чем при... Очень сложно. Ну, очень сложно. А вот... Может, я захватил ее уже? Слушайте, а может... И... Правда, это наша? Крепость Юммы. Хм. А почему я ее захватил? Что тут делать нужно? Уж они на обед ушли куда? Прикол, сейчас вхожу, они там все сидят. А подождите-ка. Вот тут у нас значок крепости есть. Сюда мы войти не можем. Наверное, надо залезть, посмотреть. Так. Это баг? Вопрос. Честно, друзья, ни хрена не понимаю, в чем соль, так сказать. Может, правда, какой баг? Слушайте. Наверное, что-то я просто недопонимаю немного. Почему никого нет? Давайте отключать тогда. Ладно, пошлите отсюда. Нафига нам тут делать? Хрен знает, что это такое вообще. Блин, а я упаду... А, нет, тут камень есть. Костюм крыло, мне говорят, раскрыть. А это мы уже сорвали цветок. Так, минные поля. Как тут пройти-то уж? Ну, хорошо. Непонятно, конечно же. Я вроде снайпера даже отмечал. Но выглядит она у нас как захваченная почему-то. Непонятно почему только. Так, ну ладно, давайте тогда... Пошлите туда к компании, что ли, я не знаю. Вот. Ну, тут у нас... Мне бы хотелось захватить... Вот аванпост и вышку. И тут уже захватить... Вот это тоже. Крепость. Сраная. Ну что же. Погнали. Давайте вон туда. 100 метров. Будем выполнять пока что эти задания. Чел, как ты вовремя? Это Хёрк! Только я подумал, мы были бы отличной парой, как бам! Ты тут! Ты меня звал. И что значит парой? Как макака и банан. Что представляешь при слове макака? Банан. А я идолов, древних идолов обезьян. В прошлом я был несправедлив к моим ближайшим родичам обезьянам. Теперь пытаюсь возместить ущерб. Долгая история. Чего? Как 12 шагов, только с пушками. Я бы и сам справился, но со мной Кока 4 и Бонга 2 совсем отощали. Боюсь, снег увидят, в момент замерзнут. А это проблема, потому что те обезьяньи-идолы в пещере, запрятанные где-то высоко в горах. Я знаю путь. Стой, откуда инфа? С улиц, чувак. Армия короля тоже их ищет. Не тяни макаку за хвост. Хорошо.
Не будем тянуть макаку за хвост. Не тяни кота за хвост, да? Так, сколько нам? 200 метров. Недалеко, очень недалеко. Но вот так вот сейчас мы поместим. Может быть, это как бы считаются за выполненные вот эти крепости, потому что я выполняю вот эти задания. Я не знаю. Честно, может быть и такое. Честно, до меня так и не дошло. Почему? Так, как... Подожди, почему нам маршрут не прокладывают? Вот. Потому что, наверное, никак... Тут, наверное, знаете что? Тут, наверное, горы, да. Медведи. Как тут тогда лучше забраться? Вот так как-то. Не, наверное, надо... Ой. Давайте... Вот тут попробуем сейчас, может... Еще... Да, вот там даже можно зацепиться, я вижу. Тут еще где-то медведи ходят. Ну, медведи нам вроде не нужны. Во. Хопа. Хорошая вещь. Так, надо было за ту сразу зацепляться. Ой. Ай, нет, нет, подожди. Вон, как? Вон. Вот за ту, как зацепиться? Ну, ладно. Сейчас должно быть, можно будет зацепиться. Нет? Ну ладно. Ну. Почему за эту нельзя? А, вот. Там опасно как-то, об скалу можно. Ну не знаю, сделано ли в этой игре такое, что, например, если я с разбегу впечатаюсь в скалу, меня расплющит. Ой, блин, а нахрена я сюда залез-то? Действительно, нам что-то надо. Тогда давайте спустимся назад. Так, нам. Стоп, нам надо подняться. Как бы нам туда-то прыгнуть? Стоп, надо. Да ёп, подожди, как нам? А-а-а! Блин. Да ёп! О-о-о, тут можно было так скатиться, я уж переделался. Во, нам сюда. Что-то много времени тратим. За что нам очко навыка дали или нам... Ну да, так и есть одно. Что-то напоминает просто, наверное. Так, ну все, погнали. Надеюсь, я правильно залез. Люблю такое утро. Какой-то белый лист, походу, или что-то такое. Нам вроде не нужен. Ну, можно, конечно, взять. Ну давайте возьмем, продадим или какие-то колокольчики. Вроде у нас нет никаких навыков, связанных с этим листом. Блин, тут пещера, медведи, наверное, какая есть. Ой, а нам наверх. Чё-то я мимо-то прошел. Подождите, или куда нам? Где-то в ту сторону, да. А, так, что тут у нас? Видимо, что... Задолго нам нужно пел... Ялунг. Ялунг, не знаю. Но это было в бездне. Но это было в бездне. Глубоко в земле. И никто не слышал. Чтобы услышать, нужно... козел. Смотрим. Маска, наверное, вот эта ценная. Чё, 3D-очки или что там было написано? Не успел прочитать. Талмазик. И нам на самый верх. Как тут забраться-то так, чтобы... Ну ладно, давайте вот сюда сначала. Ой! Дальше. Да, вот так можно было. То есть там не пишут, что можно использовать кошку. Просто надо нажимать и все. И он сам будет туда, куда нужно кидать кошку эту. Кавычка. А что у нас тут помечено голубым? Непонятно. Что-то, значит, можно было там сделать. Правда, что это такое? А! Надо было взять! Блин! Блин, а я не взял эту маску.
Да я вроде посмотрел его, я думал, так и надо. Так, как там, так спускаться. Все, да, по максимуму. Как сюда? Ё-моё, как спуститься теперь? Может, вот так можно? Там высоко, нет, блин, хрен знает. О, даже не отнялось ничего. Блин, только как забраться, наверное. Реально много времени что-то я трачу. Так, вот здесь вот. Так это не утро было уже, кстати. Как раскачаться-то, просто. О, все, давай посмотрим, что тут у тебя. Как собрать? Во, нормально. А теперь быстрее, быстро, прям очень быстро. Вот нам пишут, опять нужно сцепиться. Такой человек-паук у нас своеобразный. И очко навыка нам, наверное, дали. И вы получите от золотого пути один жетон наемников. Круто. Но нам этих жетонов до хрена. Может, я ими особо даже не пользуюсь. Все, и теперь, если мы глянем, то у нас... Да, до сих пор так и есть одно очко навыка. По-моему. О, опять этот. Блин, опять в горы, наверное, надо. Добрый день. Ну ладно, давай посмотрим, что тут у тебя. Или опять зиму надо. Куда-то, блин, Гималаи опять. Блин, опять эти Гималаи, ладно. А, ну вот, это и есть тот чувак. Статуя обезьяны, ё-моё. Вертолет. Ну ладно, давайте посмотрим сразу. Тут, надеюсь, без кислорода обойдемся, а то там на время было. Ой, а тут, наверное, никого... Нет, тут есть кто-то. А, вон они, маскируются. Я даже не заметил. Ну чё, я надеюсь, он только тут один, да? Да, хрен тебе, да, называется. Можно кученько сюда стрелу жахнуть. Тут огонь, наверное, не будет работать. Вон бочка только, если взорвется. Я имею в виду огненные стрелы. Так, ну что, будем тихо работать или как? Берем стрелу. Так, и можно... Да хрен узнает. Подумаем сейчас, как будем действовать. Так, ну что, а что надо сделать? Да там, в принципе, только статую найти надо. Как вы думаете, они подкрепление будут узнать? Офигеть, фу, хорошо, что я не заметил. Во, статуя там. Ой-ой, я ничего не вижу. Блин, ну мы, наверное, не сможем туда добежать, хоть все прошу. Не-не-не, надо помочить их. Че лишний? Ты просто еще один сраный труп! Блин, стрелы. Берегись, гранату кидаю. Гранату. Ой-ой-ой, грена. Так, все, берем нашу пушку. А, я как они так сносят меня много? Где-то был ведь, нет? Так, ну чё, чё делаем? Берем гранату. Никого не замочил. Да ладно, все еще живой. Офигеть. Так, с этих мочим. Офигеть, они нам сносят. Перезаряжаем быстро. Да что ты будешь делать-то? С ума сойти. За них двадцатку дают. О, круто, как держал. Смотрите, да, за них двадцатку дают. Ну, поясни в голову. Голову 50, офигеть. С ума сойти. Так, здесь 0. Так, как с вас тут патрончики собирать? Мне нужна снайперская винтовка. У меня на ней по нулям все.
Да, пистолет-пулеметами они, походу, не пользуются. Так, это на бизон не будем, наверное, менять, хотя он тоже нормальный. Так, сначала давайте осмотрим здесь все, что... Во! Так. Перезаряжаем, все правильно. Так, а пока перезаряжаем, посмотрим, что у нас тут. Дальше еще пополняем. О, десяточка уже. И. Там может быть что-то ценное. Это наверху, да? Все отлично, и давайте уже побыстрее. Что это такое? Рысь, что ли, опять? А, нам... Вот. Чё прикол, не понимаю, почему тут... Хёрк, я нашел ящик, но он пуст. Чувак, вот это облом! Хотя стой, если дружки Пейгана все еще там, то зуб даю, они эту проклятую статую тоже не нашли. Где же эта статуя? Куда ее спрятали? Тоже мне игра в горячо-холодно. Точно холодно. Ледник же. Загадками фигачит. Ладно, давайте посмотрим. Да я так и знал, что здесь что-то есть. Хорошо, что я сразу сюда не полез. Потому что, блин, пришлось бы спускаться, потом опять сюда подниматься. Не очень было бы интересно. Контрольная точка, между тем... Блин, здесь наверняка еще какие-нибудь белые медведи будут. Тут специально, видишь, чтобы не обрушилось, видимо. Так. Ого. Так, ну что, будем тихо их снимать? Давайте попробуем, мне нравится. Ладно. Но на кой нам ледник взрывать? Хоп. Однажды здесь все само рухнет. Офигеть, да ну их нафиг, у них на них стрелы даже не действуют. А если я сейчас гранату бомбану, все ухнет, как вы думаете? Ну, если тут все так круто сделано, прям что. А, в голову попал по рандому, скажем так. Здесь будет... Воу-воу-воу-воу-воу. Так, на этот прицел... Да блин, давай, во. Ну-ка. Голову нормально их мочить. Сейчас до нового уровня начнемся, давай. Е, новый уровень, да? Мне почему-то пока что не дают. Так. Все, да? Во-во-во, стоп. Сейчас перезарядим, перезаряжем. Значит, пополняем. Все. И идем. Наверное, сюда куда-то, да? О, новый уровень, все, молодцы, молодец я. Блин, что я сделал? Ё, нифиг, ё-моё. Фига там, здоровяки. Сейчас мы этих наминусуем. Блин, да что же вы будете делать-то? Вот он здесь бежит. Ну-ка, выходи, давай. Продолжать огонь! Все. Так, и там надо с чажем разбираться. Я знаю, как мы с ними разберемся. Вот так. Так, только нужно выбрать, какую стрелу. Давайте вот взрывную. И нам... Да, там тяжело. Ну, тяж. Я не знаю, как он там правильно. Ну-ка, давайте-ка попробуем. А, это огнеметчик. Так он будет гореть, как вы думаете? Чё мне не палит? Фига он мощный. Если я ему в голову засажу, будет, наверное, больше очков. Чё он заскочил? Это баг, что ли? Почему он на месте стоит все время? Уж
ему бесполезно. 250! Хорошо, что я ему грену не закинул. Так бы наверняка меньше дали. Хотя фиг его знает. О, огнемет. Ну-ка посмотрим. Классная пушка. Ну ладно, давай. Огнемет мы можем... Может быть, нам дадут его. Ой, нырять придется. Так, а я не замерзну, как вы думаете? Ой, что это? Подождите. Почему ССВД меняет постоянно? Тоже хорошая пушка. Много новых оружий я заметил. Ладно, давайте. Ой, пересеките. Не, подожди. Мне нужно назад. Для начала нам нужно... С них, может, больше будут давать. Что-то чистой воды там было написано. Патрончики. Так, надо на обычную стрелу взять. Чё мигает у нас? Вот и... Чё мигают патроны? Непонятно чё. Ладно. Тут линия какая-то обозначена. Не линия, а вот эта вот штукенция. Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Давай, я жму. Не, нормально. Так, нам сюда. А, это подышать, типа, наверное, да? Так, ну что, куда нам тогда надо-то, не знаете? Не зацепиться может. Не, наверное, подышать. Ладно, я не помню, честно, откуда мы плыли уже. Ой. Я надеюсь, я не назад плыву, как вы думаете? Нет, назад плыву как раз таки. Сейчас еще раз подышим. Почему здоровье так убавляется? Холодно же, точно, я забыл. Вот в чем дело, наверное, из-за холода. Почему здоровушку-то? А если бы у меня аптечка там, наверное, была у них какая-нибудь? Потому что у меня одна осталась всего. Так что нам нельзя здесь задерживаться. Походу, я что-то где-то пропустил. Это скриптон, надеюсь. То есть мы не сдохнем. Отлично. Так, как выбраться? Опять никак. Ну что же, опять ныряем. Нет, стоп, надо лечиться опять. Блин, где я? На всякий случай надо... колоть себе. Так. Согревающее средство. Блин, куда идти? Туда нам. Куда плыть, точнее. Так, нам сюда. Не, давайте подышим. То мало ли не успеем, на всякий случай. Быстрее, быстрее. Так, все. Подышал, надеюсь. О, наконец-то. Взорвите. Мне ж холодно. Как отсюда выйти-то, ёпарсты? Ну, как выйти? Офигеть! С ума сойти! Вы это видели? О, здоровушку хоть на полную сделали. Я же даже стрельнуть не могу. Ну, тут-то почему нельзя забраться? Ладно, давайте. Ну, это опять тяж с саной. Голову еще где? Вон он. Да сдохни! С ума сойти. Хоть гранаты есть, хорошо. Еще на максимум. Ё-моё, он сюда идет, да? Вот он. Не-не-не, мне не надо, не надо. Я не холодно, мне нормально. Уходим отсюда. Надо что-то взорвать. Давай взорвем и нафиг. Да вы офигели, что ли?
Ё-моё, чё за звуки? Надо было огнемёт взять всё-таки. Успел, да? О, фу, не медведишка, Мишка. Нет, спасибо, не хочу быть твоим закусоном. Вот эта статуя, что ли? На птичек нет почему-то. Да неужели у нас в рюкзаке зеленый лист почему-то не изготавливается? Наверное, нужно две штуки, а у нас всего одна. Да, медведь вроде уходит. Так, ну что? Длинное у нас задание получается какое-то. Фиги, что валить отсюда потом надо будет? У меня аптечек вообще нет. Ну что тут у нас есть? То вон там тоже какая-то кошка, видимо. Русь, наверное. Офигеть. Барс. Да, сложновато получается нам тут. Ладно, давайте наверх посмотрим, может там что-нибудь есть. Блин, патрон нет. Сложнейшее какое-то прям задание. Животные тут. Офигеть просто. Чё ты делаешь? Я же даже пробел не нажимал, я. Ну да, согласен, не ту кнопочку нажал, но все равно. Придется спускаться, что же делать-то? Где дурацкая статуя? Вот. Чего не докинул? Сто раз я в него попал. Перезаряжаюсь во время этого. Что ж попасть-то на него? Пять тяжеловес, что ли, нет? Блин, да что ж такое-то, сколько же их тут? Офигеть, слушайте, я, наверное, не пройду это задание. Офигеть, все, меня сейчас завалят здесь. Я если выйду, у меня за месяц все хана, короче. Слушайте, неужели это компания, часть компании? Ладно, мы примерно знаем, где эта обезьянка, так что давайте, давайте, знаете что, сейчас мы возьмем обезьяну и быстро наверх залезем. Оттуда будем, мне кажется, безопаснее их мочить. А может, слушайте, куда нам бежать-то? Почему нам туда надо? Пожалуйста, быстрее, быстрее! Почему? Объясните. Почему у меня задание здесь где-то, не пойми где? Может, через верх надо как-то, не понимаю. Я ухожу! Почему у меня тут задание?
Да почему там-то задание, ёпарсеты, а? Объясните мне, я не понимаю. Чё, слишком тупой, что ли? Реально, я не понимаю, почему. Почему здесь задание указано? Чё у нас вообще по заданию? Выберитесь из пещеры. Какого хрена вообще тут нам надо? А, ну да. Все ясно, я так и знал. Я просто посмотрел наверх, вроде ничего нет. Оказывается, вон оно где. Сейчас на следующий побежим. Все, погнали. Ну ёп, ну ребята! Задолбался я уже, суки, а? Ща бомбанет. Сразу не дошло до меня. А что там надо было нажимать? Е, что-то, чтоб что-то там. Сука, ты. Аптечек еще ссаных нет. Да быстрее ты, скотина. Так, сейчас быстро мы забираемся. Ну, сука, давай! Я знаю, что делать. Как же так-то, а? Почему их животные плохо так едят? Вроде дофига там мяса накидал. Йорк, вытаскивай меня уже. Парень, я, конечно, ветер в твоих крыльях. Но в верности до гроба я тебе не клялся. Сердце красавицы склонно к измене, или как там? Почему я не могу? Ну, все, контрольная точка там уже. Все, надо было... Все ясно, короче. Ой, долго я играю уже. И для чего? Вообще непонятно. Блин. Это что, гарпун? Это пронзатель. И теперь он пронзает не только китов. Сдается мне, эта штука проткнет кого угодно. Только немного улучшить. Да. Да ага. Ты просто Индиана. И сколько ты таких, блин, с собой возьмешь гарпун? Надеюсь, ты не забыл поставить его на место статуи? Нет. А яма со змеями была? Змеи в снегу? Нет. Нет? Ну и что, все равно круто. Надеюсь, ты все же порадовал обезьяньих богов. Ладно, найду еще, наберу тебя, а? Это не все? Угу. Ну ладно. Ладно. Номер у тебя есть. И у тебя мой, да? Да. И твой адрес. Угу, адрес. Блин, тут это вот мой адрес. И номер твоей жены. Она красотка. Заданий вообще никаких почему-то нет. 2 очка навыка. Копим, копим, копим очки навыка. Девочки. Куда так. Все, не говорю зла. Наконец-то ссаные задание это выполнили. Еще плюс 500. Или у нас уже было 500. Да, за очко навыка. Так, ну все. Задания, наверное, появились какие-то. Уродские, блин, хреновые задания. Теперь, блин, не знаю, где компания. Ладно, давайте куда-нибудь отправимся. Тут листочек, блин, мне нужно, во-первых, аптечек, во-вторых, вообще всего просто закупиться нужно просто по максимуму.
скажем так. Ну, возьми уже оружие, блин, вон, наконец. О, нам дали, смотрите. Так, Б. Да, смотрите, нам все пополнили. Что могу сказать? Круто, даже не надо будет скупаться. Почему здесь 79, правда? Ну, ладно, пускай будет так. Все, теперь нам необходимо... Так, прогресс. Йоги... Ёб твою, йоги. Мы не выполнили кампанию. Это была не кампания. Вот кампания.